Привет, помощники. Мэтт, пришел помогать? Расскажи папе, где ты был. Играть пришел? А где был? Пианино играл. На пианино играл? Угу. Ну и как оно? Хорошо. Тебе понравилось? Угу. Да? Угу. Да? Да. Потому что очень понравилось. Тетя хочет еще. Ну хорошо. Верка пришла помочь. Первый раз красить валик. Что мы с ним делали? С котёком? Не знаю. Ну да. Ух, нелегкий процесс, 23 дверки в общем получилось, я уже второй раз пересчитал. Уже получается грунтовочка, первый слой краски готов. Давайте посмотрим, как вообще выглядит материал после грунтовки и после первого слоя, есть ли разница. Вот это вот материал просто один раз прогрунтован и отшлифован гладенький. А это свежепокрашенная дверка, еще не шлифованная. Она будет еще раз шлифоваться и еще один красочный слой сверху. Сегодня у нас покрытие полиуретановый слой. Два слоя краски легло, выглядит неплохо. Я бы сказал, даже достойно. Вот, захожу, а нет цвета. Я пошел, вот там все автоматы пощелкал, нифига нет. И тут до меня доперло, что я не зарегистрировался в BC Hydro. BC Hydro — это компания, которая делает, поставляет электричество. Вот, так что я сегодня зарегистрировался и жду. Но пока я жду, все мои инструменты, все мои аккумуляторы, ничего не работает. Так что будем сегодня работать целый день ручками. Сейчас Денис приедет, нам будет что-то выдумывать. Процесс был достаточно долгий и неприятный. В каждой дверке есть лицевая сторона и обратная. В лицевой стороне, конечно, было уделено намного больше времени. Во-первых, здесь был слой, который выравнивает поверхность, то есть эти поры, которые на дереве есть какие-то, да, то есть она пыталась их заполнить. Потом грунтовка, потом два слоя краски и два слоя полиуретановой защиты. Сзади только грунтовочка, один слой и два слоя краски. Все ручки были тщательно вымыты, отшкурены, отшлифованы. Два слоя черной матовой грунтовки, потом около трех слоев черной матовой краски, еще два слоя защитные, прозрачные, но почему-то я взял глянцевый, не знаю почему. Все это делалось на протяжении, блин, наверное, 4 дней. Оно сохло, я его немножко шкурил, мыл, убирал жир, протирал щеточкой. В общем, такой процесс не быстрый, но получилось вроде как ничего. Я по-прежнему сомневаюсь, хочу ли я менять кухню, кухню в смысле эти, в технику, вот, но я периодически включаю-выключаю холодильник, но сейчас я его открыл, и я вижу, что там такой запах, там такая флора и фауна, там такое выросло, что просто нос сразу, поэтому я быстренько дело все заклею, чтобы мне это в голову больше не пришло, ни Денису, ни мне, ни Свете, потому что туда вообще не надо. Не надо это открывать. Пусть это животное, которое там размножается, клеточное какое-то, пусть оно там живет. И пусть люди, которые принесут мне новый холодильник, заберут его отсюда. Это коробка со всеми крепежами, открывашками для дверей, петлями. И что я здесь нашел? Две, блин, ручки. Это просто мега фейл. Я столько времени красил ручки, я каким-то образом забыл здесь две ручки. Короче, придется их отдельно еще красить. Но благо еще тут на шкафах есть пару ручек, которые я собирался и так красить. Поэтому пару ящиков у нас сейчас будет без ручек.
До. По понятным причинам, как вы поняли, здесь было все очень грязно. Поэтому все это нужно будет сейчас перемывать. Ну, как-то так выглядят сейчас все эти петли. Это мы роскошную квартиру купили. Петли на дверях. Из самой Италии. Можно теперь это оперативно высушить, пока оно не заржавело все. Лучше, чем было. Но это я не знаю, что с этим делать. Что за гений придумал этот механизм, а? Красиво, изящно. Так, ну что, первенькая, пошла, голубушка. Не, ну ты посмотри на эту красавицу, а. Вторая пошла, красавица. Все, ну это аплодисменты. Это успех. Криво висит, но это я подровняю. Шкафчики получились, конечно, на славу, но осталось, пришло время черным матовым ручкам, чтобы это все дело завершить. Одну я уже прикрутил, так, чтобы не опозориться. Вроде вышло хорошо. Сейчас. Пум-пум-пум. Тут нужно понимать, что как ты ни стараешься, что ты ни делаешь, все равно не получится так, как получается, если купить те же шкафчики или те же ручки в магазине. Да, хорошо, да, это вот, ну есть маленькие волосики приклеятся, и что-то там вот, волосик маленький, какая-то это вот, и тут неровность. В общем, если хочется прям идеально-идеально, то, наверное, это не самый подходящий вариант. Но я обычно хочу идеально, но в этот раз я вроде боролся с собой в попытке найти не идеальное, а подходящее решение. Ну, мне кажется, это подходящее решение. Ручки, к сожалению, не все прям супер-супер, кое-где есть маленькие недочетики, но то, что у нас будет, ну, перед глазами, верхние ящики должны быть ручки самые лучшие, потому что там глаза постоянно будут. То, что там снизу будет дергаться, то такое. Кто на эти нижние ручки смотрит вообще, а? Никто. Денис прям молодец, сегодня послушал моего совета и начал завтракать. Может, не такой злой сегодня будет. И жир осваивает. И жир осваивает, ну вот умница. С новой стрижкой. Сэндвичем из Тим Хортонс. Работать, наверное, сегодня будешь хорошо. Угу. Хотя, может, и обедом мне придется кормить? Можем пропустить сегодня. I know you've been down thinking about him again. Что касается сушки этих полочек, всех дверок, у нас такой был стеллажик. Мы использовали лестницу, и помимо этого была куча ведер из-под краски. На каждое ведро ложилась по досточке. Красили мы сначала фронтовую часть полностью и боковые, так чтобы было красиво, и потом уже заднюю. Задняя сделана хуже.
Но это видно только на ощупь и очень вблизи. А так две одинаково хорошо сделанные поверхности. Ну, Давидыч бы сказал бы, тут лянь какой зазор, и тут какой зазор. Это что такое? Груст, блядь, вообще. Посмотри, посмотри, какие стыки. Те, кто это делал, это лохи. Мне нравится вообще свежие, красивые. Смотри, как они засрали. Я приходил бы раз в неделю, бы контролировал, как они моются, и как они за ними ухаживают. Ну, посмотрим, как она будет держаться. Нет, класс. У меня есть плохие новости сегодня, Денис. Почему плохие новости? Да. Ну, не всегда же хорошие. Сегодня без черешни. Я очень не расстраиваюсь. Ну, держи слезы. Ты не геймченджер для меня. Твой новый супер девайс. Он в меня не выстрелит. Да не буду я в тебя стрелять. Как ты гвозди под наклоном задел? Тяжело. А тут под наклончиком, ух, как они залетают, просто. Все, шкафчики подкрутил, деревяшку прибил, снизу тут реечку тоже поднял, все. Это пятно не отмывается, но... Тут у нас просто будут, наверное, вилки, ложки. Дело закроется, не будет видно. Отвечаю на вопрос, за что работает Денис. За еду. Не попросил вилок, чувствую, что могли не положить. И они не положили!